9 января 1944 года Берия подписывает инструкцию о порядке выселения чеченцев и ингушей. Практически это уже успешно опробовано на русском населении в годы коллективизации. То есть опыт уже есть. В преамбуле к инструкции говорится, что выселению подлежат все жители республики, чеченцы и ингуши по национальности, включая детей. Выселяют всех, включая партийных, советских и хозяйственных работников. Русские женщины, состоящие в браке с чеченцами и ингушами, выселяются, если не проявляют желания расторгнуть брак. Участковые совместно с приданными силами должны оцепить аулы, организовать засады в ущельях и на тропах. В операции задействованы 100 тысяч солдат, 19 тысяч офицеров. В разгар войны на эту акцию отпущено 150 миллионов рублей. Это стоимость 700 танков Т-34. 31 января 1944 года принято постановление Государственного комитета обороны СССР за номером 5073. Совершенно секретно. О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР. В постановлении не говорится ни слова о том, что переселяться будут чеченцы и ингуши. Операция получает название «Чечевица». За несколько дней под видом учений на территорию Чечено-Ингушетии введена танковая армия. Операция облегчается тем, что мужское население находится в рядах Красной армии и партизанских отрядах. 20 февраля в Грозный прибывает Берия для личного руководства операцией. В 2 часа ночи 23 февраля 1944 года оцеплены все населенные пункты. Всех поднимают с постели, гонят на улицы. Людям объявляют, что они все изменники и выселяются в Казахстан и Киргизию на сборы 20 минут. Многие солдаты из войсковых частей понимают настоящую суть происходящего. Как могут, успокаивают, помогают людям собирать вещи. Части НКВД зверствуют. Насильственному переселению подверглись 478 тысяч чеченцев и 91 тысяча ингушей, многие из которых навсегда остались в безымянных могилах в казахстанских степях и предгорье Киргизии. Рассказывают так, что просто элементарно люди лечь не могли. Они стояли в товарные составы, в которых даже соломы не было на земле. Посадили в поезда и везли в Среднюю Азию, ну конкретно отца везли в Казахстан, везли несколько суток. И периодически, когда эти составы останавливались, ну это просто даже звучит как-то странно, им разрешали на вагон взять сколько-то литров воды. Истинные причины депортации вайнахов не выяснены до сих пор. Существует много различных версий. По одной из них, чеченцы подверглись репрессиям якобы за то, что саботировали призыв в армию во время Великой Отечественной войны. А как такое может быть, если 90 человек чеченцев были представлены к званию Героя Советского Союза? Если огромное количество чеченцев находились в Брестской крепости, это доказанный факт, но это никто не озвучивает. Из всего этого огромного количества людей, 90 человек, которые были представлены к награде, получили лагеря, в худшем случае, в лучшем случае, высылки.
Это люди, которые сражались на тот момент за свою родину. Трагические события 1944 года коснулись абсолютно всех чеченцев и ингушей. Советская власть посчитала два народа неблагонадежными. Силами НКВД они были выселены за одну неделю, после чего упразднили и саму республику. Большинство чеченцев и ингушей смогли вернуться на историческую родину только спустя 15 лет. Последствия, даже те, которые я застал, которые я помню, все же не проходит в одночасье. Я застал время, когда, я это помню, я был маленьким, это мне было лет 5-6, может быть. Но я хорошо запомнил просто этот эпизод в автобусе. Это советское время, когда в Грозном не разрешали чеченцам разговаривать на чеченском. Это история народа, это наша история, ее не вычеркнешь. Хороший это эпизод или плохой эпизод. Это было, это нужно знать, это нужно помнить. Майлардан чешенин гуш халқыннан сәлем сізге қазақстан. Ой, қазақтар, қазақтар, бай болыңдар қазақтар, қырғыздар. Ей, тауда құлындаған жылқың болсын, ашыда қозыдаған қойың болсын. Балалардың мінгені жорға-жорға тай болсын. Жорғалатып келгенде бай көңілі жай болсын. Дастарханың тоқ болсын, ішкен чайың май болсын. Майлардан чеченин гуш халқынан сәлем сізге Қазақстан. Дезе хонан уақтай бәхлат хөс туса ирс әсмелі ойлы хадуа хайек ожыл тейец сылу долқы дейнам ой Учкуду три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты пустыни спасительный круг.
я сафват ар-рахмани. Альхамду лиллахи аллази а'тани хаза аль-гулам ат-тайб аль-ардани. Ансада фил махди аля аль-гилмани. У'идуху биль-байти зил-аркани. Вот это снимайте, вот это, чтобы на память вот было. Носилки, оказывается. Видите? Специально носилки эти. Вот видите, снимайте это, чтобы на память было что-то. А, вот забери, забери. Олор, олор, ничего, берите. Забери, это, берите. И, чтобы... Отойдите. Можно оттуда пройти, снять, оттуда заходить. Пусть потом поставим, пусть хранится. Я снимаю уже. Он снял уже. Пожалуйста. Столом. Но главное вот что. Надо на массе. Югучи, вот. Где раньше мыли? Айбака, вот. На что ставили человека, мыли. С ножками. Мыли. Ашка были. Асламбек.
Алло, хозяин, хозяин. Буду, буду. Амадуй. Алло. Хозяин, нормально, хозяин. Бол, болин, да, жду твой, материал, алиен, бол, болин. Болин, алвож, да, я там ценен. Создах, жду. Молдиш, кечем беш, молла, из хака, это хавало, вансаг. Ох, ты опасенький, ба, мышцы, сетка, то есть бог, он анди трубаш, отдаю чисто. Талико жил, я жду, кто. И что, мы бахара, бочки, я подвез, он бал, ты башка лет, сока, рабоги, опасенький, ба, что из долго вечных, я жду, лет, ты бог. Ох, а я профиль китайский, труба, уж сил, я говорю, и чере, я ряд. Железобетонный пасынг, что имеет торцов, легкий, и сетка, легкий. И что вайн бел, хенлёч, кепер, ещё, бригад, бол, беш, бол, вот, беш, бол. Дигду, дигду, дигду. Вен рез, вот, шул, тукар, хак, бичи, мич, бичи, веллер, веллер, мау, веллер, чин, венеца, вешу, мацу, вешу, вешу, дах, нил, елш, поля, жалым, ял, чертыш, кек, дел, мет, кши, ока, и, сош, туа, ич, дох, пом, тукар. Дигду, дигду, хэз, хэз. Масалил ворик, вел дюхдукар, саяли очи дюшур дэс, дэй врэз хэнук, басана ода, мэллэх чуна, бух болчанла, ца болчанла. Дигду, сашиды дэл, дута билия чиса, дэй шолча, ца вор, нау, эру тэйфи. Инсюрин, вал хавал овал, ста гута и хавал, рука, еси дюэш, ишт мол дюэш, ца истол бин, ум дин аш, 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 Анистелла, полшак да я дугал мола. Дигду, а я парахтыр да, давай а я марш айр. Şimdi oynayıp yürüyende ya, sende mağalıların da babanda ular. Duru. Over oil. Yasa gato. Başta. Ты сам так готов? Я готов. Готов, молодец. Смотрите, что у меня за готовка? Ассаламу алейкум. Ва алейкум, салам. Салам ассалам. Вас приветствуем тут. Спасибо. Как живете? Все хорошо, на, как вы? На нашей родине. Все хорошо. Мы же односельчане. Ну и правильно. Веришь? Верю. Паспорт покажу. Не, я верю, потому что вот пришли. Это вам спасибо огромное. Ради Аллаха стараемся. Да, Баркаллах, спасибо вам, которые вот за этот период, вот из поколения в поколение, заботились о наших... Ушедших предков. Спасибо большое. Вам спасибо, что вспомнили, приехали. Ну, ездит и приезжает. Вот сколько лет прошло, мы вспомнили, приехали. Ну, не забываем, вспомнит одно, вот не забываем. Наши да, не старики, старшее поколение, все почти ушли. Чаувай, Киргизия, Чаувай, друзья. Лично меня снимаешь, да? Чечендерге салам айтам. Да? Дагестансан, привет. Да, с Киргизии, с Ясная Поляна. Привет передаем Чечню, Дагестан. Мы местные жители здесь, я на Ясной Поляне живем. У нас все хорошо. Всегда приезжайте к нам в гости. Будете нашими гостями. Мы будем рады. Всегда к вашим услугам приезжайте. Любое время, летом, зимой.
приезжайте, гости. Встретим вас всегда, как надо. Говори честно. Ага, да. 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 Как-то поговорили, договорились, как ему подсмотрим, залепиться. Завтра утром, как говорится, и это. Наверное, скорее всего, мы едем. Завтра. Вот завтра его вот этого дедова, этого памятника видим. А его поставим. И только их дела заверху у него. У нас 22 числа билеты. 22-го билеты? А, я должен не послушать 25-го. Омар Али, Омар Али, Омар Али. Общепита. О, Омар Али. Чуть-чуть, это пинтус. Слушай вас. С чего начать? Говорить. Ну вот он про Эшти интересные вот рассказывал. Вот про чеченцев, которые рядом жили, по соседству. Все, я уже в камере, да? Ты же знала их. Здравствуйте, дорогие чеченцы. Большим привет к вам с Кыргызстана. Чавая, в Аткенской области. Вот навестили ваши родственники нас. Мы здесь живем нормально. Наши отцы работали на заводе. Мой папа, наверное, кто-то знает, Исаков Сангибай, работал обжигальщиком. Первый ртут наш мой папа и ваши родственники дали с Чавая в 42-м году. Все жили мы здесь дружно. Было очень много было знакомых. Мы здесь так и продолжаем жить. Родители умерли, остались молодые, внуки, дети. Поселок живет, природа та же. Вы, наверное, все узнаете, обрадуетесь. Мы тоже очень обрадовались. Приехали ваши родственники, мы очень обрадовались. Как будто мы всех вас видим, кого знали мы. Фотографии смотрели. Фотографии посмотрели. У нас тоже фотографии были кое-какие. Я, например, узнала дядю Сережу. Вот. Вспомнила, как он стоял, слушал чеченский концерт по радио у нас здесь. Друг моего отца, да? Да, это он друг был, Исакова Сангибай, моего отца был друг. Они часто разговаривали, часто беседовали долго-долго. Как раз у нас гостяк был, и в больнице концерт давали, ну, это по радио. Вот он стоял на крыльце, смотрел. Ну, часто виделись. В ремцехе работали люди, в шахте работали люди. Вот так мы и живем здесь. Проехали мы все по всем ваших местам, где вы вспоминали, о чем вы, какие вы переулки говорили. Мы все посмотрели. Многие наши тоже, это... Многие умерли, остались, то, ну, кто-то встретится. Мы приехали на ваше кладбище. Спасибо местным жителям, они все-таки его смотрели, оградили. Скотина не заходила. Сейчас работают люди, восстанавливают немножко. Приезжайте все в гости, пожалуйста, приезжайте, пожалуйста, в гости, отдохните на своей малой родине, это ваша малая родина. Когда говорят про Грозное, про Чечню, мы всегда вспоминаем вас, и детей, и взрослых, и стариков, и знакомых, и пионер-вожатые, и учились вместе одноклассники, Азизова Галя, Хызыр был вожатым, но фамилию не знаю. Ничего. Так, Ширван. Салауди, ребята работали, ну, старше нас они были с армии, жили. Рамзан с женой. Вот Рамзан, я говорила, Рамазан. Русская жена. Говорили. Ну, что еще сказать? Достаточно. Очень много сказали. Ну, дай Бог, чтобы у вас все было нормально. Вчера целый день она нас сопровождала по селу, ходила, показывала места, все рассказывала. Приняла нас в свой дом. Наверное, вы по-киргизски все понимаете. Бизге мехмага келиниздер. Будем очень рады. Хамасыга салом. Всем большой привет. Спасибо.
сказать? Скажи что-нибудь. Не надо, я что скажу. Ну, пусть тебя снимут просто, не скажи. Ну, хоть пару слов скажи. От Киргизии большой привет. Вот. Камеру смотри. Смотри. Киргизия не забывает, что они здесь жили, никогда не забыт. Ну, что говорят же. В общем, ничего друзья не забывают. Да, друзей не забывают. Никто ничто не забывает. Никого. Спасибо большое, мы рады. Я Исакова Фая, если кто вспомнит. Да, я Исакова Фая, Сефаина Сагибаевна. Может, тогда одноклассники вспомнят. Когда приехала? Помолай. Позже. Помолай. Но не долго. Твой голос и твой облик. Подожди, я заикаться начинаю. Смотрите, я когда... Туда подойди. Подойди. Вот раскладываешь. Камеру увижу, заикаю. Это с каждым случается. Давай, говори. Скажи что-нибудь, на память. Ну, что я могу говорить? Привет братьям мусульман, чеченцам. Да вот, я человек наподобие телохранителя. Какого телохранителя? Ты самый авторитетный в общей Киргизии, в Узбекистане. Самый красивый узбекский парень. Я вот пить поваром. Это твоя узкая специальность. Ну, привет всем, короче. В общем, главный инженер. Да, вот. Я инженер-технолог, как Айбака говорит. Действительно, я повар с высшим образованием. Так как, куда я иду, без... А? Вот лепешки. Вот это мой предмет, моя, да, вот, мой вот творческий предмет. Я близко вот к кухне, вот иду в кухню произвольно. И готовлю. И готовлю, да, вот так как. Привет всем. Спасибо, Омар-Али. Без тебя вот этот успех был бы немыслим. Спасибо тебе, твоим родителям, тебе, твоей семье. Он уже четвертый день с нами возится. Приехал Худжан, встретил нас, повез, все дела наши решил. Спасибо большое тебе и всем нашим братьям. И вам. Да, большое спасибо. Ну, давай. Здорово всем! Вот бы Чавайский, вот могила вот здесь рядом дома. Вот бы ремонтировали, смотрели, скотину не заходили, ухаживали, нет, смотрели. Вот все нормально стоит. И дальше будем смотреть. Да, и дальше будем смотреть. Вот так приезжайте, нет. Спасибо. Примем всем. Вот Джамал сейчас живет вот в этом доме. Наши старики рассказывают, вот тогда здесь жил Алади Магомадов. Вот его сыновья Джалауди, Хусейн, Хасейн, Абу-Бакар, Саид-Бакар, вот сыновья у него. Ну, трое родились здесь в Чавай, остальные мальчики дома, значит. Алади здесь жил, Магомадов фамилию. Вот. А Джамал сейчас вот здесь живет, рядом вот с кладбищем. И большое спасибо ему, что он все время ухаживал, ремонтировал. Вот такое ему спасибо от всего нашего народа. Всем тем, кто также ухаживает, помогает, заботится. Давайте, спасибо. أمر خون نكسخو في الخلق أفلا يعقلون وما ألم نخشر وما ينبغي لا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخسرون فلا يغزونك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين أن الله أكبر Камень. Вот такой камень большой. Это новые надписи, старых. Всех нас снимешь? Да, да. А всех снимешь. Давайте разберем. На память. Иди сюда, мальчик. Вот. Рядом с отцом постоит. Вот такие дела. Здесь, говорят, вот старики собирали все после работы, дали чай пили. Вот такие бы изменения произошли. Это ровно было. Ну что, достаточно. Достаточно. Вот так, здесь чуть-чуть вниз посними, вот так. Угу. Вот сюда поднимите и решили вот эти снимать. Церковь Герташ, кажется, нашла.
başka oğlu Bize çukir aram soğa dolu Yesi çukla yaşa Çavayla Hayat Aliyeva İkinci kalak adet Gözü soya ve Yesi çukla yaşa Вот так, вот так, да, брат. Там остановишься, да? Да, нет. Тут дорогу, чтобы снять. Ага. Вот эти сады сейчас сними, вот эти. А вот эту сними вот так. И ходи сюда. Угу. Туда мы зайдем. Наша родина. Мы... Как вы сами? Сегодня подъехали, стрелки поехали, инструмент там всякие, материал купили, там бригада работает. Сам пустой. Вчера мы были здесь. Так по кругу снимешь. Вот так. Вот курюк. Яблоки. Вот низкими камни еще. Сегодня звонил. Внук этого. Орали старика. Вот так внизу, где поворот делает, вот слева. Ну, он тоже уроженец Чалая, 2 года старше меня. Они так хотели, что ли. И вот через ветки вот эту скалу с ними тоже. А пойдет. Вот яблоки верхушку с ними. На откосе камни снял, под мальчика с ними там. Как тебя зовут? А? Тебя как зовут? Айсадин. А? Айсадин. А ее? Я Мура. А ты я Мура. Зовут Мура. Видите, что
будет стоять там. Школу, вот, китайцы снимут. Вот туда смотрите. Вот они снимут. Вот камень возьми. И там школу вот вниз. Вот вы мне на этот камень. Вчера я не спросил, ишь ты, кем тебе доводится? Она моя родственница, близкая, да. Близкая родственница. Не она, но его сыновья. Сыновья. Она как бы наша сноха. Сноха, ага. Значит, ну, мне как мать, как бабушка она была. Бабушка. Рядом, да. Жили там тоже. Шустрая, бойкая до конца своих дней. Вот единственное, кого... А рассказывай, вот сними, ишь ты. Ишь ты. Расскажи, да? Что ты знаешь. Как жили, я как были? Ее как знаю. Она работала уборщицей в магазине, промтоварный, продуктовый, все. Ага. И в обеденный перерыв подавала сигналы, дублировала. Оп, отойдите, кушай. Только поэтому знаем, а так... Ну, земляков нашли? Тизенкия. Не успели. Не успели. Эшти наша, как говорится, подруга для всех возрастов. Да. Ну, вообще-то считается она как наша сноха. Ага. Ну, бабушка она наша. Как мать, как бабушка. Вот сыновья ее, вот мы троюродные братья моего отца. Ну, в нашем роду самые приближенные. И все, кто здесь жили, они почти все наши родственники, наш род. Ну, кроме них жили разные еще из Гилинов, жили из Гордали, из Исаюрта, из Галсолча, вот люди здесь проживали. Ну, они на близком расстоянии? Или... Там где-то 3, 4, 5, 10 километров. А, ну как на Щавай, да, получается? Да, да, как здесь. Вот у нас там дома, знаешь, в нашем селе, там вниз Лахчу, Лахчу, а это наверх. Они, оказывается, как они сюда приехали, сели жить, они также вот эту точку... Вверх, алде. А, как там и здесь жили так? И там вот эту низ они тоже называли как... Своим, нас, тем же именем. Тем, да? Же именем. Такая же, такой же рельеф, такая же панорама. Ага. Вот так они жили. Был... Вот этот камень, большой камень называется. Это тоже имеет хорошую историю. Я тебе вчера рассказывал. Мой дед там, связанный с ним. Одна притча у нас. По-нашему этот камень называется Керегеташ. Туда смотри. Керегеташ. Керегеташ. Что Кереге. Означает? Кереге, это значит, вот юрта есть наша кыргызская. Да, да. То, что вот нижняя ограда есть. Кереге. Вот как один из секций Кереге. А, защищает как бы да, да, круг. Да. Она похожа на, и назвали Керегеташ. Это наши, которые здесь жили, предки, они назвали. Ты же киргиз, да? Да. Из какого года ты? 51-го. 51. Вот как раз твои ровесники, самые, кто у нас остались. Ну, из старшего возраста, 4-5 человек даже родственников еще живут, живы. Вот вчерашний отец, отца звали Ибрагим, сына звали Али. Али. Он косоглазый, вот как вчера с Джамалом. Обратили внимание, глаза немножко? Ну да, да, да. Али вот такой же. Если он жив-здоров, как раз он... 51-го года. Ну, буду я спрашивать, как сын Ибрагима Алия, пока
Не помню, и знаешь, все точно нет. Аба был чечен такой, низкий. Аба был, а? Был. Аба, да? Он сейчас в Дагестане жил. Там, не, он уже умер, наверное, он уже. Умер, конечно, умер. И Саютовск, вот там внизу они жили, нет? Не, наверху, вот наверху. Где вот отдельно вот. Вчера ну, персик рассказы. Где ели, угу. Вот там они жили. Аба, да, Аба был. Его Аба. Брат был, я сейчас имя, Салман, что ли? Салман его брат. А, не знаю тех. А почему я знаю Аба? Он работал в шахте общественным кассиром. Зарплату выдавал, я за отца получал, расписывался такой низкорослый, ну, да, да, коренастый да, такой. Да. Еще вспомнил вчера, Усман был здесь такой. Усман. Фамилию не помню? А, не, откуда? Это то, что я слышал на слух. Зовут его Усман, он жил внизу, там. Вот Ибрагим вот и Анды, они очень близкие были. Ибрагим и Анды? Да, да. Может, по работе, может, как земляки, может быть, и как родственники. Может. Я не знаю, но Ибрагим, он мотоциклы ремонтировал, разбирал, с нуля собирал. Анды? Нет, Ибрагим. Вот они... Пока не скажу. Да, да, ремонтировали. Вот про школу рассказывай. Про центр, это был центр же, да? Да, вот подвальное помещение, которое развалы остались. Ага. Развалы. Туда покажи. Нет, сейчас звук запишем, потом сверху монтаж. Там контора. Ага. Рудничная контора. Туда смотри, камера. Вот. Правое здание, это старая школа, в ней мы учились как раз. Теперь пешеходный тропа был, вон тропа, бьет, да. Ой, девушка, вот какая да. История такая, он оттуда поднимался. Потом вынужденно пришлось загородить. А-а-а. Маленькие дети спускались туда. И разбивались. Не разбивались. Сидят там, спят. Опасно же. Конечно. Вот загородили. Правильно. Потом, если хотите, пройдем туда. Ну, сейчас мне машину некому туда, вот я бы так спустился, но мне обязательно оттуда на камни. Вон надо, вид. Надо снимать. Выше да. Школы тополя стоят, мне вот на, оттуда. Мне на камни надо сниматься. Ну, попробуй как-нибудь. Сейчас самое главное сделаем и оттуда дальше. Мы хотим сейчас туда спуститься. Ты не поедешь? Давай рассказывать. Вот вниз поедем, оттуда и начинаем. Так, рассказывать как-нибудь. Какие-нибудь истории. Вот про Эштину можно рассказать. Эшти вот здесь жила. Да, Эшти. Я только ее помню остальное. По наслышке. Вот здесь дом был под тополями. О, видишь, что несут, что несут. Ой, спасибо. Чего ты? Рассказывай про блинчик. Ну, это вроде блинчика, но только... Начинка какая? Нет, тут начинки нет. Нет, чабаты, да? Чаваты. Ага. Это как? Должно быть вкусное блюдо. Да, попробуем. Давайте попробуем. За всех наших друзей, за всех наших братьев. Тя. Тя, Берге. Возьмем лайсер. Я ложусь мимо зал, не хлеб. Сюда, иди кушай. Сюда иди. Сюда, я говорю, иди. Давай быстро. Где, ты будешь актером нашего фильма, сюда иди. Давай, бери кушай. Где? Ну, снимай, красиво будет, сюда иди. Вот возьми, вот там стой. А. Вот. Тебя главное, угу. Кинь, улан.
1939 года. Анатолий Андреевич. Директор? Нет, начальник завода. Начальник. Это в то время, когда твоего отца он знал, да. Начальник завода? Да, он дружил с моим отцом, с Айдахмедом Джунаидовым. И, как говорится, их жены, моя мать та, ее супруга Пая, они были тоже подругами. Мать недолго, до последних дней жизни рассказывала. В 82-м, вот в 88-м году кто из ваших приезжал? Аксакалы приезжали. В 88-м не знаю. В феврале месяце было. Двое из мужчин наших приезжали, но в каком году я не могу не сказать. Двое, их трое было. Может быть, трое. Все пожилые аксакалы, они остановились, можно, говорит, намаз почитаем. Домой завел. Так руку почистил, масло. Угу. А дальше? Намаз они вечерний почитали. По пиалке айрана выпили, поблагодарили, уехали. Я говорю, на чай. Не-не-не, мы на поезд должны успеть, Маргилан обратно поедем. Может быть, это они... последний приезд. Вот когда они приезжали, кладбище посмотрели вот, и назад. Вот, скорее всего, они. Они, да? Скорее всего, они. Вот. Они тогда поручили человеку, там, штакетник, говорят, поставили. Ограду починить поручили. Не, они попросили. Штакетник... сделали, им напилили, потом до этого мы сеткой обтянули его. Остатками сетки там наверху наше кладбище было. Вот последний приезд из ваших, я помню, вот троих аксакалов. Ну я помню, такие коренастые, крепкие, коренастые, один был низкого роста. Ваши вот национальные шапки есть? Папаха. Папаха, в папахах, все бородатые. Давай, поехали дальше. Значит, это дом Шулутков. Синичный. Шулутковский дом, да? Это ведомственный дом? Ну, да, казенный дом. А, казенный, квартира, да? Квартира. Тут вот второй, вот здесь третий, четвертый, вон еще третий остался. Угу. Пять квартир таких было. Давайте, пойдем. Контора, здание конторы было здесь. Вот это вот маленькое здание, это здание постсовета. Это столовая. Баня внизу, да? А баня внизу, вон виднеется, вот возле большого камня. Вот эти вот, вот это здание, это бывшее здание промтоварного магазина, где Ишти работает. Еще раз скажи про Ишти. Подруга наша, на все поколения. Там чеченцы удивятся, наверное. Ничего. Откуда этот киргиз знает про Ишти? Жили вместе 13 лет. Да, да. Камень снял ты там, да? Вот здесь маленькие магазинчики продуктовые были. С этой стороны вот пристройка к тому зданию. Почта вот здесь. Вот под этими деревьями была почта, наша почта. Здесь территория техсклада. Куда подойти? Территория техсклада. Там пилорама была, столярный цех, ремцех, все здесь. Да, да, да. Вот это вот фундамент
Это здание столовой там было. Рудничная столовая, это уже после. А до этого я не знаю. Баня вон виднеется. Да, да. До недавнего времени работала. После перестройки все остановилось. Ну там территория гаража, это автогаража. Вот где сейчас китайцы вот обосновались. Ну, это наверное, не пойдем дальше. Не пойдем, да. Вот вертолет поднимешься что-то, поднимешь сверху. Камень снял, да, Керегетаж? Старый должны помнить название Керегетаж. Этот камень по-нашему называют Керегетаж. Это секция национальной юрты Кереге. Да, да, да. Она чистая. По кругу юрты. Да, да, да. Нижний вот круг есть, клетка вот эта. Вот это одна секция Кереге. Вот она похожа чем-то. Ну как, Кереге для села, да, как бы. Да. Это юрта, знаешь, вот это фрагмент как да, бы. Да, да. Все понятно. Старые люди, они все. Вот это вот то, что виднеется, развалины, это баня, производственная баня металлургического завода. Дальше контора металлургического завода. Дальше химлаборатория и территория самого завода. Ничего не осталось, просто вот кто помнит, так и помнит. Продолжение. Мы переехали на Челтан. Этажки выжали. Это старый дом. Детей у него много. Вот сын построил новый дом. Карим! Он держит пчел много, сын. Что, апан барвы? Апан барвы, апан да барвы. Байта. А Джонатан как-то? А Джонатан? А. Джонатан, это Абдулайта какая-то? Боздов. А? Боздов. Боздов? Вообще чем дом? А там бар, а там? А там что-то? Посмотрим. Здесь живет Абдулайта. Ялин. А ты не видишь? А ты не видишь? А? Видовичкин чёрта. Воздуха от этого. Карим обкетили. Это его это сын младший. Они, оказывается, уехали в гости. Ну, это пожилой Сейчас человек, больной. И в это... Атаңыздар иштеген екен кошо. Шоны видеоға тартайлы деп кегенде, атаңыз жоқ екен. Мәлі сұрап қой. Это Асаны... Қашан келеді атаңыз? Асаны әтті? Адубай така. О, нет, племянник, племянник. Қана! 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 Өдөгө чыкмай жол барбы? Өдөгө чыкканга жол барбы? Үйдүн өйөгү менен.
Артыкбаев из Манака. Илья Сака, брат. Илья Сака, он из Манака. Он здесь остались дети. Палага кеткен. Эч ким жок пы? Тоже эч ким жок пы? Эч ким жок пы. Ол. Из Малака, он тоже работал на заводе. Это его сын. Теперь можешь себе сказать. Они уехали, да. Так получилось. Угу. Они уже уехали, что ли? Да, так получилось, надо достаточно было. А здесь есть? Как раз, да? Сейчас. Она уже в возрасте. Ее родственники тоже работали на заводе, в шахте. В 59-м году вот этот дом от чеченов купили. Я тогда еще маленький. Камера. Вот от чеченов купили. Потом, ну, конечно, перестроили это после 59-го года. Ну, отец тоже работал. Как звали чечены? Не знаю. Чечены. И вот здесь в огороде тоже чечен дом был. Я Сака тоже немножко, да. Расскажи. А мы за этим домом мы с дядей Ильяза вместе в одном доме жили. Потом в 59-м году перешли, построили здесь дом и стали жить здесь. Отец Артыкбаев Исман в 67-м году умер. В 92-м году. Илья Сака? А, Илья Сака, он в 87-м году умер. А от Ильяза 4 сына, 2 дочери. А от Исмана один я. У меня 3 сына и 2 дочки. Где работал, скажи? Я работал на руднике. Начал работать горнорабочим. 10 лет работал, ну, горнорабочим. Потом заочно окончил Кызылкийский техникум. И сам начальником участка начал 9 лет работал. После 94-м году. Нет, в 93-м году начальником участка, а с 94 по 96 год начальником рудника. И после развала закрыли рудник и все консервировали, что надо, а так и все перенесли в Хайдаркан и закрыли рудник. А после закрытия рудника 96-го года я работал в Хайдарканском тогда рутинном комбинате маршедером. 6 лет работал участковым маршедером, потом перешел главным маршедером комбината, ну тогда Хайдарканское рутинное акционерное общество уже было, и до пенсии работал в Хайдаркане. Сейчас уже 10 лет на пенсии. После Хайдаркан еще работал в Кызылкийском строительном комбинате НУРКМ 2 года. И сейчас в Чавайкене тоже 1,5 года работал маршедером, главным маршедером. А сейчас уже на пенсию. Идем здесь. Идем туда. Артыкбаева Исмана. Ей сейчас 87 лет. Мехмага келдек. Кишинер. Кавказдан келишти Чечнадан. Хамасына алып, самасы жазып атат. Это Сурапко, ким бар, ким жок. Аттарынды жазып, балдарынды аттарынды жазып, табып кегеле деп билет шундай курсан болып. Билип, что был в шетке келеватат. О, не ме было до этого тополон, качан барас, хамасов келешет, спецкалар меним досум, бу меним досум, бар, ким бар, ким джок, деп, вот сизге келдик.
Сүйленді несе? Шетлендерден анарлы ненінің Ибанның атасы, апасы. Түрк ол. Түрк ол. Чечен, чечен. Чечен? Чечен? А. А сейчас не помню. Чечендердің елі түнч болсын, бақтылы болсын, жақшыма, ынтымақтылы ел болсын. Постоянно очередь эту руб, майды, когда джаман был. Ну, это понятно. Вольчок берет. Они вот так были у нас, ко мне вот так стенку выложили, потом стройку делали. Вот это фундамент они так делали? Да, вот это. Это фундамент клыб? Через 60 лет все это перестраивали. А это стоит? Это стоит. Это чеченцы делали. Я говорю, что ты нас поддал, не идешь? Думаю, там вино, наверное, виноградное. Помню, в школу еще не ходил. Вот этот, старший чечен изготавливали свисток, который из железки, и свистели. И мне так хотелось посвистеть, иметь вот этот свисток. И за 10 или 15 копеек я у него купил свисток. Он мне дал. Потом я свистел. А? Нет, я имя не помню. Потом я свистел, радовался, подошел мать и спрашивает, что ты делаешь. Он, видимо, сказал, что я продал свисток. А он, мать говорит, ты отдай деньги ему. И мне вернули деньги. Я так радовался, что купил, еще мне деньги вернули. И потом и это. Последний чечен здесь Алиев был. Алиев был, да. Алиевы, куда они уехали? Они в Луто уехали. Они самые последние. Да, самые последние. Я вот уже взрослый, где-то в 6-м или 5-м классе учился. Вот они уехали Алиевы. А до этого все чеченцы, конечно, массовым уехали, никого не осталось. Ну, теперь дай на пусть чеченцы. Ну, я, конечно, желаю спасибо, что чеченцев, которые помнят Кыргызстан, помнят кыргызский народ. Хочу, чтобы они всегда помнили и жили в радости, в мире, в достатке. И было между чеченами и кыргызами всегда дружба. Конечно, они сейчас далеко от нас живут, но они приехали. И я рад, что они помнят нас. И пусть помнят их дети, внуки, их все. Так, как и мы помним. Да, как и мы помним. Мы, конечно, часто, когда мы в обществе разговариваем, обсуждаем, все помним чеченцев, турков. Спасибо, что приехали из Чечни и помнят нас. За это я очень благодарен. Спасибо. Спасибо всем. Привет. До свидания, все чеченцы. Я сын Артыкбаева Исмана, Артыкбаев Аслан Исманович. Бидеси ай чечендерден келишти, канаш сүрөттөрдү алып, кандай жашашып атат, кимисиге кимди алат деп бир сөз айт. Мен сөйлөй сөйлөй деп энди кимдин баласы ошол жерден туулуп, төрөлүп соңойгансы. Алар видеого тартып жөнөтүп бергиле деп кетип калдылар. Ай биз многодетный семья деп ошондой үчүн катар балдар көп болот. Чукулов Бактыбай деген болом. Чилтан. Мен Абдылаким дегендин эң кичине баласымын. Эң кичинесимин. 13-чүсү. Абдылаким деген баласы. Бул эми жазылган. Абдылаким. Онун үкөсү Абдывайт. Майтта коңшу болуп жашайт наркы үйдө. Калган акандар баардыгы көчүп кетишкен беттен. Эң кичинеси мен калганмын да мына ушул үйдө. Ушу. Рахмат, бизди эске алат, бизди эске алып атам. Бизди эстегендерге рахмат. Тааныган билгендер болсо дагы анан сүйлөшөбүз да. Мехманга келиңиздер. Мехманга келиңиздер, майыл. Дем алат. Шу үй ачык постоянно.
Один парень там умер, Булатов физик. Из дед мектептелку ойтутили, вот ке бары. Ручку не зазик, ой, те так тут. Джигалып будет, где сразу пришли. Шайтан Паш. Шайтан Паш. Так и турата, ничего себе будет так. Это Чилтан, мы сейчас на Чилтане находимся. Мона, где он там? Дом остался чеченцев, они его отремонтировали, и вот так здесь живут. А некоторые алмаштырдым, что? Я не хочу кулака, что ты чеша дыда. Ага, что это? Майте да, бюрком мота бары, да? Вот за шесть. Ну, я псын бягается, с Русслуга, перевод плывайте. Айторин, какая сыз, у юзы хандай? Сызгамбыз. Bunu ремонт kılıp biz. Ремонт kılıp üstünü başkadan yapkanbız. İlgeri azıram üstüye mandayı bop durat. Üstü. Şipur kiyince olgan da. В общем, что это чеченский дом оказывается. А, шондой? А, шондой. Чеченый дыры. Сауш то чейн болу, он да, булар, а? Ну, конечно, у нас 13 та бала. Так что строится дом. Сейчас уже хамасы джакшели. А после она родеет. Абдулла Кимака. Абдулла Кимилазиз. Абдиджалил. Ибраим. Сулайман. Маджид. Джумавай. Деген балдар, да? Ахыргысы мен бақты бай. Екшінес. Эжем дерді енді айтайлам. Только мальчик я, девочка. Да. Здесь это дом, рядом с нами вы сфотографировали, это дом был внука Илья Сака, Артыбаева Илья Сака. А здесь его сын делает дом. Абдукари, это, Баймурат. А это вверх, например, над вынесли. А там, без камеры, чак один был. Отал, знаете, Ильяс. Все баласы из нейрелеры здесь. Она же ты и хоруб, она же. Она же казала, что ее хоруб, она же там. Шел. Бізін жашау жерде. Сұрап қой чечендерді. Сұрап қойғыла бізін туған чечендерді, мұсырман. Все. Тұрташлардың бұның бірі. Бұл бір неме қылып па? А? Өтке бір. Сүйлеткені ө? А. Просто бұл өді де. Джабраил деген чечен. Оказывается, был здесь чеченец Джабраил. Сейчас нам здесь местные рассказали. Адьям был, Мухтар чеченец был. Вот среди них еще был какой-то чеченец. Он до конца не рассказал, я не стал допрашивать. Но оказывается... Вахита мой сопу. Он здесь его до сих пор зятьком называют, оказывается. Я до конца не расспрашивал, не успел. Мы работой заняты были. Но, видимо, мы выясним. И он нам рассказал, что
Я бы с ним был хитер хал, был бы лада, был бы просто айтмайд, да? Был бы майд. Пишман тому был масендиде. Скоплик, попробовал бы шкады, был бы да, зоплик. Узбекистан и мухаджирлар. Алорида, иннамера, был бы не масендиде. В этот кладбище братьев мусульман чеченцев, которые были здесь от 41 по 57 года похоронены. Я не знаю, что написано в этих иероглифах, но я чувствую, что в нем написано, что это обозначено, что это женщина, вроде бусы там нарисованы. Вот он. Вот мусульманское, оно что-то написано, означает бусы, вот старики, взрослые, женщины, дети, ну, извините, что есть, то есть. Thank you.
Жетті, жетті. Маңда, маңда. Жатырақ ясыз аны. А бұл қоп кетіп ас кезе. Паса алып таңы байламаған. Росылар күйіп. Байламдар. Айттек бұл. Қочып қайор қылып жарып кер. Мы стоим на неизвестном месте, на кладбище чеченцев. Это репрессированные чеченцы, которые работали на участке Чаувай, рудниках. Вот на левом берегу. Рудники, они работали здесь, переселенцы. И здесь, я не знаю, сколько семей было, много. А среди них, оказывается, был Джабраил Чечен, Адьям Чечен, Мухтар Чечен. Вот сейчас недавно, а до этого, в 57 году, когда был реабилитационный этот Хрущевский указ, они переехали в Чечню и все по разным местам. Но главное, на вчерашний день, на такой праздник, у Рамазан Аид, приехали два чеченца, неизвестные люди, но попросили, чтобы очистили и восстановили забор, внешний вид, высоко в горах. Все-таки здесь хранятся люди. Здесь я не знаю, как написано, пусть передадут дальше, кому надо. Надписи на иероглифы на мусульманском языке. Здесь, видимо, надпись стерлась. Я не знаю, что к чему написано, но главное знаю, что здесь мусульмане наши братья. А раз такой день, такой большой праздник, надо было попросили, почистили и человеческий вид создали. Знал, что кладбище чеченцев и больше ничего. А вот на сегодняшний день мы высоко поднятой душой. Рады, что мы оказали содействие восстановлению этого кладбища, так сказать. Пусть помнят ихние дети, пусть не забывают, что высоко в горах не затеряно это кладбище. Хотя мы ничем не можем, но сохранить его мы обязаны и должны. Спасибо этому человеку, который приехал из Нажа-Юртовского района Чечни, Республика Чечня. Аюб, Масхаб, вот они попросили, и человеческий вид создали. И пусть помнят добро, пусть делают добро, тоже они, нашим братьям-мусульманам, все. Дорогие и уважаемые наши братья-мусульмане, вот мы как смогли, так отремонтировали старое кладбище. Да, мы молодые, нам всего 24 года. Мы только узнали, что здесь находится кладбище мусульманов. Вот приехали из Чечни люди, попросили, помогли мы им построить новый забор. Убрать здесь все. Вот тоже увидели, что тут мусульмане лежат. Все такое провели, работы, очистили все здесь.
зарезали барана, все такое, все сделали. Спасибо вам за то, что приехали. Помните их. И просим, чтобы и дальше не забывали. Еще мы просим вас приехать в гости к нам. Будем рады, очень рады. Приезжайте, мы всегда с открытой душой будем вас ждать. Спасибо вам большое. Ребята, все сделали, все нормально. Скотины не зайдут. Главный охранник у нас вот он. Да, я буду смотреть дальше. Ну, главное пусть вот здесь покоятся те, кто. Пусть прах спокойным будет, что его родственники навестили и попросили, мы то, что надо, сделали, что могли. А дальше, вот он хозяин, как хозяин. Ну, смотрит за этим местом, хотя бесхозным оно не считается. Является вот он хозяином. Пусть помнят, даже в Грозном и в Чечне, если надо, в Мекке что-то, есть человек, который смотрит. И чисто душой он относится, хотя никто, никем он не приходится, он смотрит за этим кладбищем. Чисто от души, из мусульманского побуждения, человеческого отношения. Спасибо за это. Очищали, сделали, что могли, а дальше, чтобы уверенной душой успокоится их прах. Счастливо! Все Чечне привет! Пусть! Давай! Ахетта кегинчи 20 мада тумали. 7 тумали аса холоди. А тошти ам. Бияқа ке уйди, тошга опишган уй ёдгар экан айта. Эмирбек. Şun böyle bakma hasılarga aman bizlerle aman. Kuda umru bizlerle uzun kılsın. Bola çakını huzur kılın sağ sala bak. Ben de öyle çakılıp onun kılın şu yeşilsin. Ketadır bu. Şimdi bakım takıda. Navili Paryadov, Kladbişi Çiçenskim. Hani o için da olmuyor. Kto lejit tam, всегда благодари. И живые, которые там живут, Чечне. И вас всех благодарят. Ну, пусть они земля им будет пухом, раз что как. Это как Рона Эдда. Вот именно. Большое дело сделали. Это, ну как, Бог доволен. Да, Бог судья, работами. Но Бог доволен. Доволен. Да. Дай Бог. Ладно, дай Бог. Аминь. Тиньям очень. О, как надо. Он звонит к нам по гою мату. Он фотографирует его. Как стоит, смотрите. Важный бай, да? Говорит, мукарам. Спасибо вам за все, что вы для нас сделали.
за ваше детское преимущество вам думаю, зачтется, а она не хватит. Что ни говори, пришлось приехать. Когда знаешь, куда едешь, легко ехать. Вы нас встретили, сопровождали, делали все наши дела. Как братья будем и дальше продолжать. Спасибо вам большое за все. Даже слов не нахожу, чтобы выразить свою благодарность вам. Всему даже узбекскому, киргизскому народу. Оказывается, они такие хорошие люди. По рассказам только приходилось их знать. Ну, очень давно мечтали приехать, хотели. В первую очередь я не решался сюда приехать, потому что никого я здесь не знал. Было тяжело, трудно было. Места не знаешь, людей не знаешь, язык не знаешь. Это вся проблема. Значит, вы все это за раз решили. Большие дела сделали. То, что мы планировали, то, что мы хотели, это благодаря вам. Большое вам спасибо всем, и детям, и девочкам. Она как-то оправдывалась, я плохо русский язык знаю. Но я говорю, русский язык плохо знаешь, но зато золотые руки знаешь. Все для нас делали. Нам тоже приятно было идти с вами. Сколько дней мы уже здесь? 7 дней. 7 дней. Вот, по всем параметрам приятно. Шайла, эту балуш, бельша могуш дехила. Юхадерик, сана долуш, веста вожа киятила. Мара шайла, мара шайла, хай жари вежари. Война кеста, вожи гойла, да им хвилда мех краси. Война кеста, Jari ve jari, vojna kesta voši gojla, da im hrlda meh kasi. Marša ajla, kaj jari ve jari, vojna kesta voši gojla, da im hrlda meh kasi. Война кеста, воши гойла, да им хрылда мех краси, да им хрылда мех краси.